распакую упаковку от золотого яблока от 9 ноября. Я записываю в конце ноября. Когда я выложу это видео, я не знаю. Так что я заказываю просто тоже. Вот я заказываю, оно у меня лежит, и у меня руки только доходят. Вот только так снимать, я даже не помню, что внутри. Знаменитые зеленые пакетики и зеленые коробочки от золотого яблока, которые сделали, мне кажется, вообще себе этим бренд. Такую узнаваемость, да? Молодцы, кстати. Я сейчас была на выставке в Москве, Россия, и там, значит, мне показывали достижения региона, и Екатеринбург показывает в видяшке достижения, вот что они сделали золотое яблоко, и они реально крутые, они просто нагнули Москву и Питер, ни Ревгош, ни там, кто-то там, Артикали, к примеру, не стали тем, чем стало золотое яблоко, вот этот формат, где к тебе не приходят консультанты и не начинают тебе рассказывать, как тебе надо краситься, это прям очень хорошо. Итак, ага, это я вспомнила. Энзим паудер именно Рави, ну окей, энзимная пудра раз там в месяц, чтобы у тебя вот эти все роговелые твои комедоны не образовывались. А это, кстати, вот в этом сообществе, в котором я подписана, Cosmo Cosmetics, я дам ссылку, там девочки вот друг другу советуют. Я долго искала базу, и вдруг как бы вот не выдает тебе, почему-то мне не давала система, там не золотое яблоко в поиске. Вот за какие-то 700 рублей, а раньше это были какие-нибудь 150 рублей. Айшедоу праймер. Им, в принципе, довольны. Попробую, потому что для меня база – это база. Без нее никак не могу. Вот такая была посылка от 9 ноября.